Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир. Здание под охраной. Не там ли хранятся реликты и все остальное добро? Надеюсь, а то материала маловато. Встретимся на месте. Тебе придется идти в обход. Извини. Ладно, идем в обход, раз такие дела. Хотя очень жаль, я бы тоже хотел... Хотел бы на такой веревочке. Ладно, пацан, ничего страшного. Я и с гоблинами разберусь. И дойду до туда... Тихо. Да что такое? Почему я на них так нападаю? Агрессивно. Надо вот так, аккуратненько все. О, теперь потайные ходы, получается, из дерева. Мы в крепости. Может быть, еще что-нибудь выпадет. Ну-ка, давай-ка идем дальше, идем. Куда пацан-то делся? Я понять не могу. Надо куда бежать-то? Опа, опа, осторожно. Так, да ты что делаешь? А, это этот закинул меня, прикинь. Да капец, что пошло не так? Я слишком маленький. Когда я был большой, как-то больше интерес был, потому что я их вообще быстро ложил всех. Раз и все, я ложил их просто на пол. Клал, точнее. Опа, много их. Ну-ка, раз. О, еще и луком попал. Не, что-то как-то опасно. Раз, одного, второго, третьего, пятого, десятого. Стреляешь там, да? Ты по мне все равно не попадешь, понял? Проломил я его. А теперь надо искать аптечку в срочном порядке, иначе меня могут замочить. Просто быстрее, пойдем. Куда мост поехал? Стой! Ага. Этот, короче, крепкий какой-то. Да хорош. Во-во-во-во-во, я хорошо вывернулся. Нормально, идем дальше. Но все равно жизни мало, совсем мало. Надо еще где-то надыбать. Сюда нельзя наступать, похоже. Смотри, что-то произойдет сейчас, если я наступлю. Ну, здесь ничего страшного, ладно. Опа-опа-опа-па. Так, на. С одним-то ладно, я быстро расправился. Вот если толпа будет, уже будет невыносимо. Кстати, вот потайной ход, я вижу. Вот досками заколочено. Сундук. И в этом сундуке у нас какая-то очередная приколюшка. Давай смотрим. Деталь детектора тайников. Отображает близко расположенные тайники. Ой, это уже вторая, кстати, из семи. Нормально, берем. Скоро будем все тайники находить очень быстро. Если только еще наберем таких 5 штук разных деталей. Здесь просто можно обойти. И здесь перепрыгнуть. И никто тогда не будет стрелять. А с гоблином как-то надо расправиться аккуратненько. Тихо. Ты меня не закидывай. Не закидывай. А если я тебе вот так... Готов. Нормально. Сейчас янтарь соберем и к тебе туда наверх, чувак. Жди меня. Здорово. Заждался, да? На, получи. Идем дальше. Так, а секретка вон внизу. Я что-то ее даже не заметил сначала. Вот. И подлечились полностью, нормально. А так уже прям вообще жизни были на исходе. Ну ничего страшного, идем. Крепость-то большая. А где док, я только не пойму. Мы что-то все бегаем, никого нету. Кроме как гоблины одни ходят. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, зачем же я так близко подошел к этой ловушке? А вот здесь... А здесь тоже можно аккуратно пропрыгать, все нормально.
Сейчас янтаря наберем, все хорошо будет. Идем быстрей. Звенит, звенит, давай. О, я наступил. Ну ничего страшного. А, они там далеко пока дострелят. Опа, очки, вот это встреча. Слушай, он мне зарядил из лука. Надо, наверное, вот как раз идти с этим же первым делом расправиться. Тихо, 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 он мне сзади просто нафигарил. Ладно. А, кстати, можно просто это все пропрыгать, прикинь. Не ждать, пока разрядится она там. А вот это зря я, зря так прям откровенно наступил. Вот пачки. Но он все равно не попадает. Так, ладно, ладно, ладно. Уворачиваемся. Есть, большого свалили. Теперь с маленькими разберемся. Ну как сказать маленькими, они для меня тоже большие. Стреляй. Сейчас я к тебе приду, не переживай, братан. Ты меня очень давно ждешь, я знаю. Есть, готов. Все, подрастаем маленько. Вот растет уже все, эти реликты нас увеличивают. Нек молодец, он растет постоянно. Так, аккуратно закидывает. Все, я иду к тебе. О, пропустили внизу. Внизу пропустили. Забираем янтарь. Надо смотреть во все глаза. И ничего не пропускать. Хватайте. Я вам схвачу, вы чё? Опа, 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 не, надо вырваться. Ну-ка, подходи, подходи, аккуратненько. Стой, у меня вот что есть. Готовы сразу все. Правда, янтарь я использовал. О, еще больше их пришло. Зря я, наверное, использовал. Я увернулся от того, который летел на меня, но это меня прибил. Ладно, хотя бы отсюда уже начали. Но уже я без янтаря. Ну ладно, я в этот раз этих двоих быстренько вынес. Уворачиваемся. Отходим. Тихо, 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 тихо. Он меня может схватить. Увернулся. Есть, вынес. А, отпусти, 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 не трогай меня. Сейчас я тебя набью, смотри. Бамс. Чем больше шкаф, тем громче падает. Мне так нравится это выражение, потому что оно реально подходит. Тем более к этим роботам. Так, что здесь еще, ребята, надо посмотреть. Может быть, где-то по сторонам есть секретка какая, а? Но пока ничего не вижу. Зато есть янтарь. Забираем, его надо больше набрать. Так, а вот с этим... А, с этим надо просто подходить, быстрее всех лупить. Всех лупить и подходить. Давай. Вот и все. Расправились только на раз-два. Осмотреться надо и дальше идти. А, вот. Нет, не, я думал, это все откроется. Сейчас разломаю. Нет, идем дальше. Крепость-то большая, ребята. Идем долго по ней. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне показалось, вот здесь откроется. Нет, это не открывается. Давай дальше идем. Ничего страшного, зато проверили. А вдруг это была секретка, а? Ой, здоровяк! Уйди нафиг! Хорошо, что я могу уворачиваться от них. Ну, к этому надо просто ближе подойти. И все, всего лишь одним ударом. Вот секретка, по-любому.
Итак, внимание, что это за красная штука? Это рубиновый реликт. Ничего себе, у нас такого еще не было. Рубиновые реликты увеличивают силу атаки. Необходимо реликтов, чтобы открыть доступ к Неку-вампиру. 15 штук. Это мы, получается, один только нашли, да? Один нашли, надо еще таких 14. Собиратель кристальных чего-то там, приз получен. Ну, давай будем искать рубиновые реликты. И будет Нек-вампир. Это хорошо, растем. Или не растем пока? Пока не растем, но хотя бы жизни восстановили. На! Куда? Крепкий парень попался, ладно. Получилось все. Что-то из лука и так закидывают. Так, как бы мне сообразить до них добраться? Есть! До одного добрался. И второго вынес. Отлично. Предлагаю забрать янтарь и идти дальше. Секретки посматриваем, чтобы была какая-то секретная комната, потому что нам надо много чего собирать интересного. Но ничего. Ай! Тихо, я понял. Это надо пробежать все быстро, аккуратно. Быстро, аккуратно, незаметно. Все нормально. Растем или не растем? А я что собрал? Подожди, как я так пробежал мимо? Да ну, ты чё? Так бывает, что ли? Он меня просто развалил. Голем из реликтов. Верни обратно, это не твое, понял? Попробуем еще раз. Давай. На, получи. Ну-ка, еще разочек. Упал? Что-то долго... Он еще встал. А, он убежал, ничего себе. Слышь, трус, вернись. Так, куда он свалил? Подожди, я не понял. Туда наверх? Ну-ка, может, вырасти получится? Нет, не растет. Зря тогда аптечку взял. Так. С этим и аккуратней. Нормально, все пошло, хорошо. Вот этот стреляет, надо быстрее к нему. Ой, попал. Осмотреться. Ничего нет, пошли дальше. Эй, здоровяк, ты че, мы с тобой не решили еще вопрос. Ну-ка иди сюда, быстрей. Надо с мелким разобраться, мне кажется. В первую очередь. Да хорош, а. То он закидывать будет. Вот. А теперь иди сюда. Ай-яй-яй, больно. Ты чё? Да как так-то, а? Ну-ка, подожди. Ладно, не будем на тебя быстро нарываться. Аптечку оставим здесь, пускай будет. Ты сюда подходи, мы с тобой здесь решим. Готов. Вот с этим надо аккуратно просто... Дать ему пострелять, а потом зайти наверх. И решить с ним вопрос, который у нас давно с ним возник. Ну-ка, давай-ка бежим к этому большому. Если что, у меня есть там аптечка. Опачки, идем сюда. Ай, да хорош, блин, как я так отскочил-то? Ну, как так получилось, а? Так, он два раза... А, он три раза бьет. Во, нормально пошло, все. Ну, еще что ли будешь? Нет, беги отсюда уже, а. Все, ты сваливаешь, трус. Я, наверное, сейчас за аптечкой вернусь. Я же ее там не зря оставил, правильно? Ну-ка, давай, где она? Бежать, правда, далеко, но ничего. Зато мы целые и невредимые пойдем дальше. Давай, реликты, быстрее ко мне все. Ну, правда, не полностью восстановился. Ну, ладно. Сейчас еще найдем где-нибудь. Но этого громилу надо вынести, ребята. Как-то мы с ним начали разговор туго, да? Он уже два раза свалил. Так, здесь давай дождемся, пока они шипы свои выпустят. И побежали. Быстрей. Прыгай. Опачки.
Ребята, осторожно, осторожно, не надо хлыстом бить, ты чё? Совсем дурной, что ли, а? Вот, вот так нормально, вот так мне нравится, всё. Янтаря забираем, пошли дальше. Секреток жалко нету. Так, следующий. Ой, подожди, 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 не надо. Вот, все нормально, как раз подлечились. И, по-моему, мой нек растет уже. Так, а вот это не секретка случайно? Нет, ворота закрыты, но надо наступить. Веса хватает? Хватает. Все, открыли. Тихо, 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 ты что делаешь-то? Я понимаю, что ты здоровый, но не надо на пацанов нападать. Так, ты что на меня налетел? Давай дальше идем. И очередные ворота открылись. Эй, хорош, уворачиваемся. А если я тебе... Я еще больше стал, все, у меня линия подрастает. Нормально, теперь будем справляться быстро с ними. Убери его! Тихо! Удар! Всех троих сразу положил, почти. Дерзкий, дерзкий, но я с ним Ах ты! А как мне до него добраться-то? Ладно, я сам. Давай прыгай сюда! Ну! Стреляй, что ты там стреляешь? Сейчас я до тебя... Ах ты, подожди! Ну все, мне хватит этих жизней, чтобы с тобой расправиться, понял? Еще свалит опять, опять убежит. Но мне теперь надо уже точно подлечиться, потому что вот сейчас реально мало жизней. Прям чуточку он мне оставил. Мне А, вон аптечка, все, мне повезло. Ничего себе тут реликтов. Я сейчас стану самым здоровым и самым могущим. Будем расти, давай. Я сейчас выше крепости всей этой стану. Я вообще буду большой, всех разнесу. Иди сюда. Таким я еще никогда не был, понял? Блин, я правда огромный. Слушай, вообще просто огромнейший. Ты гигант. Да, я гигант. Сам удивляюсь. Не отставай. Идем искать остальных. Вот так мне нравится. Давай, пошли искать остальных. Ого, мальчик, смотри, какой маленький по сравнению со мной. Преобладающие силы. Поиграем в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока-пока.